Привет, это кот. Я не знаю, как его зовут, а меня зовут Женя. Это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Умирать стало дороже, особенно зимой, пишут «Сильные новости». Может быть, стоит собирать деньги уже сейчас? Исполком установил новые цены на ритуальные услуги. Если раньше эта услуга стоила до 59 рублей, то сейчас за нее придется отдать до 112 рублей. Такие цены. ВОЗе заявляют, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Однако Минздрав Беларуси готовится к росту заболеваемости короной в связи с распространением штамма Дельта. По словам того же Минздрава, за летний период система здравоохранения успела подготовиться к росту заболеваемости. Короче, расслабляться еще рано. Думаете, только вам сложно похудеть? Проблема у самого толстого кота в Беларуси по имени Перышко. Он весил 20 килограмм, что по человеческим меркам составляет 200, и очень много. Потом стал резко худеть, потерял в весе, перестал есть и пить, и ему нужна помощь. Вот так.